В настоящее время начинается подготовка к курортному сезону, и деятельность муниципального контроля в этом направлении активизирована. 11 февраля 2014 года демонтировано 12 торговых ролетов на пересечении бульвар Шардоне и улицы Горького в селе Витязево города-курорта Анапа. Ежедневно осуществляются рейдовые мероприятия. В настоящее время направлено в суд 8 исковых заявлений о демонтаже некапитальных объектов. Их количество будет увеличиваться в случае неустранения нарушений в добровольном порядке, так как размещение объектов на территории общего пользования недопустимо. Демонтированы торговые павильоны на Теренкуре Малой Бухты, прямо скажем, не украшавшие это место. И более того, они препятствовали движению пешеходов. Снесен киоск и рядом с бюветом. А вот расположение ряда павильонов на проспекте Революции в этом месте законно. На очереди по снос 29 торговых павильонов на улице Красноармейской в районе Северного рынка. Администрация предлагает всем лицам незаконно осуществившим установку торговых ролетов или иных павильонов конструкции на территории муниципального образования, на территории общего пользования, в том числе, самостоятельно осуществить их демонтаж. В противном случае администрации будут приниматься меры, направленные на их принудительный демонтаж. Чтобы официально получить место торговли, все желающие могут принять участие в торгах на заключение договора аренды объекта торговли. Списки объектов регулярно обновляются на официальном сайте администрации. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа регион.